Шлях від пацанки до панянки цього року буде надскладним. Такого сезону раніше не було. Нові пацанки. Жорсткі. Го-го! Гора я! Зухвалі. Закриті. Я жорстока к людям, тому що люди жорстокі ко мені. Мене брат взяв, прив'язав на цепи. Ці останні стояли, сміялись. Загублені. Даже мысли о суициде иногда заходят. У меня не так много вариантов. Тюрьма, смерть, реабилитационный центр. Але з надією та бажанням змінити себе. Я просто хочу стати лучше. Я хочу поміняти свою життя. Ці 15 тижнів розділять життя пацанок на до та після. Переможниця четвертого сезону стає... Восьмий навчальний тиждень пацанки зустрічають у власній кімнаті. Але зараз буде не до спокою. Замість будильника – дещо цікавіше. Приходить наш любимий Пітер Пен. Альошенька! Воно сонне царство. Розбудив лягушек. Ви хоч би сказали, що ви прийдете, хоч би покупалася. Серйозно, чого прийшов? Труси знайшов, розвернувся і вийшов. Бонжорно, сеньоре. Кому ста, сеньоре? Начал на непонятных языках вообще шпрехать. Шо ви базарі? Я поняла, що це італіанський. Ва бене. Я парла італіано? Ага. Он аж а***, що я понимаю. You have to get ready fast and go downstairs. Шо? Серйозно? Олексій Володимирович! Я вообще не вдупляла, що происходит. Віклі не значить, що бистріше. Та значить це. Минуло 10 хвилин. Пацанки нарешті готові побачити, що підготував для них дворецький. Спустились ми вниз, коротше, стоїть плакати з країнами світу. Глобус такого на бумажці. Географія. Не це. Не к добру. Пахне плохо. Як добре ви знаєте світ? У мене з географією ще повні проблеми, туди навіть ні разу не з'явилось. Ну, мені немає смислу взагалі навіть дивитися на ту карту. Що я не знаю, де яка країна знаходиться чи що. Я буду називати країну, ви по черзі. За 30 секунд повинні знайти її на мапі. За 30 секунд? Це мало, так. 30 секунд, треба хоча б хвилин 40. Звісно, я занервничала, бо я знала, що я не знаю цю карту, я перший раз в житті бачу. Перша країна для вас це буде Португалія. Мені так страшно, бо в мене всі ці пах. Португалія, Португалія. Просто тикні куди. Куди? Ну, Португалія. Португалія десь вверху між Україною, мені кажеться. Грузія, там, Молдовія. Ну, коротше, ми всі там рядышком. Вона недалеко від України, ця Вірочка. От, знайшла, знайшла. Так і так обрадовалась, типу, дівки поймуть, що я не тупа. Думаю, що не дай Бог поймуть. Катерина Большакова. Руанда. Що? От що це? От що це за страна? Страна. Руанда. А що це таке? Коротше, руїни якісь. Там, мабуть, ніхто не живе, ця країна, мабуть, пуста, як в космосі. Руанда, де вона? Катерина, час вийшов. Нету такої країни, ви її придумали, я в цьому вірю. Дійшла черга до мене. О, Алёхіна, давай, ти умна. Все. Австрія. Час пішов. Ой, я зайду в Австрію. Австрія знаходиться недалеко від Австралії. Вони рядом, вони сусіди. Австрія, Угорщина. Австро-Угорщина. Стоп, час вийшов. Який час? Стратегія – іскати названня, от коли він назве, швидко вчитуватися в названня. Сербія. Ну там ці серебряні живуть. Серебро роблять. Сербія. Сербія знаходилась від 300 спартанців недалеко.
тільки я забула, де ці 300 спартанців жили, ну то ладно. Жень, що зі зрінням? Я знайшла тільки Сірію. Вона, походу, слишком маленька, я не могла знайти названня. Євгенія, не впоралась. Хорошо. Ой, я знайшла Сербію вже, можна вставити? Ні, не можна. Катерина Устинова, Бельгія. А де вона взагалі знаходиться? Бельгія. Бельгія знаходиться недалеко до цього. Коротше, десь там знаходиться. Я забула, де. Час вийшов. Юлія, підходьте до мене, будь ласка. Очень сильно волновалась. От очень сильно волновалась і розуміла, що я ні не знайду. Якщо ви готові, ми можемо починати. Отче наш. Села він мені, тупо задавав села. Фінляндія. Я не знала, що є така країна. Я думаю, тільки по мультикам є така країна. А Астерікс і Айбелікс. Угу. А, ні, це Філіппіни. Юлія, ваш час вийшов. Я трошки здивований результатами. Був розстроєн, що ми дубіни іменно, дерево. Я говорив, що второй тур. Давайте перевіримо вашу ерудицію без мапи. Замечательно просто. Було хорошо, стало ще лучше. Питання до Юлі. Яка країна є батьківщиною лепреконів? А він у мене це спросив, я думаю, спасибо, Олексій. Я не знаю взагалі, що таке лепрекони. І їхню родину я теж не знаю. Які лепрекони? Знаєш, як вони в юбках ходять? Где в юбках? О! Шерляндія. Гренландія! Це відповідь не зараховується Юлією, тому що ви всі її підказуєте. Якщо б мені ніхто не підказав, я хоч би на один правильний відповідь йому за весь день відповідала. Владо, яку країну називають Туманним Альбіоном? Як завжди. Туманним чим? Альбіоном. Туманний Альбіон, Альбіон. Це знаходиться в Америці, бо там завжди туман, ну, погода така. Поняв? Та я не знаю такого. Це Англія. Блін. Вікторія Льохіна. О, Боже. Де живуть кенгуру? Кенгуру? Я не бачила кенгуру ні разу в своїй житті, не вірю в них. Коротше, там, де дуже тепло, вони живуть. В Африці живе кенгуру. Ну, а чому не в Африці? Виживають вони в Африці, коротше, ці кенгуру. Это Бразилия. А це Австралія. Встречный вопрос. Почему не в Африке? Он чуть не всплакнул, Питер Пен, за нас, потому что он говорит, девочки, вы тупые. Что, просто вот так вот? Все, вы пошли и ушел. Просто без слов, по-английски, как говорится. Он обиделся. Прости нас, Лешенька. У нас просто в понедельник связь с космосом была плохая. Мне кажется, мы отвратительно справились. И надо бы подтянуть все предметы школьные. Все предметы. Поки пацанки вирішують, як врятувати ситуацію, Дворецький повертається. І не сам. Стоїмо. І що? І заходять учителя? Ну реально, привел учителей, що ми тупі, пожалувався. Тоже мені. 50 год пацану жалуется, ходит. Добрый день. Добрый день. Намасте. Чего они такие красивые постоянно? Могут себе позволить, а я не могу. Доброго ранку, девчата. Доброго ранку. Скажите мне, как прошло ваше выпробование? Дуже погано. Я облажалась. Вот и все, вот и все. Вам бракує знань, я правильно розумію? Я стояла, головой кивала, потому что, да, так невозможно жить в постоянном стыде. Но я не понимаю, на что они рассчитывали. Они понабирали, значит, с улицы бродяг. И что, они думали, что там у всех высшее образование есть? Нам шкода, что вам так важко удалось це завдання. Ми прийняли рішення, що цього тижня ви стаєте міжнародною делегацією школи «Леді». Нам треба знати традиції інших народів, треба розвиватися. Каже, дівчата, ваш тиждень
Це ви пізнаєте мир. Ви дізнаєтеся багато нового про світ, який вас оточує. Слухайте уважно і запам'ятовуйте. Тому що наприкінці тижня на вас чекає серйозний іспит. Нічого собі. Думаю, що... Вона. Пора наповняти чим-то свій мозок, а то у мене там стучиш і слышно, що дерево. Країн, про які вам хочеться розказати, дуже багато. А тому давайте навмання виберемо першу. Я пропоную Катерині Большаковій витягнути. І дають ані ящик, самий тупой. Іспанія. О, ну, нормально. Там... Це така страшна страна, ну от я просто знаю про неї страшна, вона така страшна. Ми впевнені, що сьогодні вам буде дуже цікаво. Викладачі підготували дуже емоційне та запальне випробування для знайомства з культурою Іспанії. Пацанки, ваш вихід. Довго збирали чемодани, приїхали ми в Іспанію, а там стоїть якась тітка непонятного происхождения. Чечетка. Здравствуй, малая, какая чечетка. У нас так цыгане на районе танцуют. Я могу тебя похлопать. Танцует она неплохо, базара нет. Меня зовут Наталья. Рада вас познакомить и с самой сутью Испании. Это фламенко. Самба, рамбо, канкан. Нет, он не так назывался. Флореско. Флоренцо. Фламінго. Суть фламенко – передавати почуття через тіло. Типа, робиш різкі, важкі рухи страшно. Угу. Ввечері на вас чекає виступ у іспанському клубі. Тож поставтеся відповідально. Говорите, пойдите, переодевайтесь. Ми готові. Канарейка, чого ти так довго? Я чувствую, що я рук не чувствую. І в мене час серця швидко битися і важко дихати. До канарейки приїхала швидка, і лікарі заборонили будь-які фізичні навантаження. Тож у цьому випробуванні вона участі не братиме. От як можна її не жалеть? От якщо вона хвора, вона заболіла. Тим часом пацанки прийшли на репетицію та вже вивчають запальний фламенко. Три. Чотири, опустили ручки. Опа. Ух, офігело. Ефектно, базара нет. Ми там плясали, нормально було. Потім вона нас зв'язала, значить. Куди її ставити? Отак ставимо ліву. Ручка до ручки. Одна пара є. Ділять, тут пара моя. Чигиринець Юля. Держись, братан. Мені неприємно з ліцемерами бути в парі. Мені було некомфортно з чоловіком, якого я тупо не переношу, і мені дихати рядом з ним. Спина рівна, бо ти на танцях. Спина рівна, спина рівна, від макушки до копчика спина рівна. Боже, я, в мене вже рука затекла. Рука в тебе болить? Да. Уже болить рука? В смысле, а чого в мене не болить? Так, мабуть, тому що ви це вмієте. Значить так, зараз будуть стояти усі, поки Вікторія не стане так, як треба. Ві! Що ві? Кати, що дура? Я стою, так 49 тисяч років вже. Так, серйозно. Я бачу, що заняття зараз буде закінчено. Я бачу, бо Віка не може вже тримати да. себе в руках, правда? Я не можу тримати руку. Вже не можеш, ти хочеш конфлікту з викладачем, конечно. Хочеш заважати да. дівчатам займатися, я вже це бачу. Льохіна сорвала нам заняття. І з одного ми отримуємо всі, як звичайно. Раз так уже погане таке заняття,
то значить піде зі мною тільки одна, бо я думаю, що з однією я справлюсь. Перше заняття, перше испытание, і ми опять його сорвали. Ну, скільки можна? Восьмая неделя. Бесит уже сорванное занятие. И оставляю ее самую нормальную. Оставила на Владу. Спасибо большое. Я уверена, что после того, как мы вышли, я на 33 раза пожалела, что Роговенко там осталась. Не надто радіє вибору і Влада, бо у неї відповідальна місія – запам'ятати всі рухи та чітко передати їх дівчатам. Від Влади залежить виступ кожної та честь Іспанії. Я нічого не розумію. Зараз все поймемо. Поїхали. Пацанки не вірять в здібності Влади та в успіх танцю. Роговенко нам точно покаже танець, і ми будемо як Кадишова. Ми дуже довго чекали. Йшли треті сутки через п'яті. Ми дождались нашу Роговенко. Дівчатки, я извиняюсь, ну реально, мадам, короче, вона сама тут танцювала, а я просто, ну, іменно отак. Вона така хі-хі-ха-ха, хі-хі-ха-ха. Ну, вона мені нічого толком не показала. Ну, в общем, нате, ловіте. Ні, подожди, що-то не то. Що-то ногами треба робити. А, все, вспомнила. Я тебе серйозно говорю. Ну, думаю, так. Мені кажется, для Роговенко вона зараз тут короче, конкретно. Все, что я запомнила, я им пыталась передать. Покажи, пожалуйста, полностью, а мы подвинемся. Да что ты помнишь, давай. Что я помню? Расслабь. Ни черта я не помню. Она мне вот этими показывала. Да все, харе, объясняй, девочки, просто показывай. Девочки, вы можете слушать меня? Она показывала конкретные движения. Потом, когда получилась даска, можно послушать? Да, получилась даска, не было ни вот этой вот ни веера, ни чечеток, тоже да было, что не было доказа. Я уже показала все, что я запомнила, девочки. Выходом было из этой ситуации просто импровизировать. Запорука успіху на будь-якому випробуванні – бездоганний вигляд. Краса починається із доглянутої шкіри. Стоп, Купероз, почни свій день з догляду за собою. Ми вийшли, там гості, гітаристи сидять. Ну, ті, що на гітарі грають, іспанці. Танцювальний конкурс пройде у три етапи. У кожному вибуває найслабша. Переможців визначають за оплесками глядачів. Перший тур – танець суперниць. Зараз головне – тримати зоровий контакт. Це должен був бути страсний танець, і ми повинні були друг друга перетанцювати. Влада танцевала одну свою вот эту какую-то непонятную. Я танцевала все, что я хотела, все, что душа пожелала. Там и цыганские мне были, и украинские танцы, все, что хочешь. Ну, я с синяком всю дорогу ржала. Потому что синяк не могла собраться. Я начинаю там танцевать, типа, вот так, короче. А Женя начинает танцевать свои какие-то вот эти танцы, как обычно, типа... К чему эти танцы? К чему? Ну, я понимаю, смешно, да, хорошо, смешно. Смешно-смешно, но до поры до времени. Я на них обижена была. Я чувствовала какую-то, что ли, разочарование. То, что я учила, я старалась, а они, такие, ни одного движения нормально не сделали. Глаза, Юля. Поулыбались друг другу, подумали, что я коты, и все, нормально.
тебя так же само, как ненавидела, так и ненавижу, все нормально, расслабься. Чари, нет. Отже, будь ласка, глядачі, давайте оцінимо наших дівчат. Все, ви чого? Спасибо. Вибув синяк. Ну, тому що вона тополя. Ну, коротше, я розстроїлася. Та Наташка мені окончательно настроєння спортила. Кашутіно, ти була лучшою партнеркою вообще. Я розвернулась і вийшла. Да, я такі танці не танцюю. Грація. Мене це вже все за... Тому що ми як клоуни. Осталась я, Женя, Катя і Рагвенчиха. Говорять, що не буду танцювати ні одні. Один партнер для усіх чотирьох дівчат. Ах, какой! Ах, какой! Глянь! Сочный! После этого тура, девчата, залишиться ваш только двое. Хорош, хорош! Мою, отойди! И я с ним давай там кружить его в танце. Да ты что? Мужик! Поделись танцем! Ой, боже мой, бедный этот мужик! Тільки дівчата, це повинен бути танець! Его просто разорвали. Я не знаю, я даже не хотела в этом принимать участие, потому что это неправильно. Жень, забери його! Жень! Женя, забери його! Смешно! Все они такие! Женя, тебе Женя, отже, глядачі, оцінюємо! И опять похлопали мне больше всех. Да что, она почти не танцевала! Вы ее знаете? Я не виновата, что они как сердючки танцуют, но я хотя бы могу более-менее, ну, как бы, руками двигать. Роговенко, ты им показывала, что они тебе хлопают. И в финал вошла, короче, Роговенко и Большакова. Катя, молодец! У фіналі пацанкам треба танцювати до останнього. Переможе найбільш харизматична та експресивна. Давай так, веером, як ми типу вчились, понял, ти тут. Що буде, то буде. Головне, що я в фіналі. Дівки, я бачила, все були за мене. Я говорю, музика. Давай! І оп! Почему Роговенко? Почему она? Она же не танцевала с этим мудаком. Роговенко танцевала, ну, чуть, короче, не так, как показывала нам. И то есть я начинаю выкупать, что она нас не хотела нам показывать танцы. Это было бы подло. Я не подлый человек абсолютно. Хорош, хорош! Давай! Я отожгла как могла. Ой, мой бог! Я, смотри, я тоже могу. Это красно! Так Катюша так отдавалась этому танцу, она так его переживала, что аж на шпагат села. Оле! Ну красава, нет, да, умница, люблю ее.
настав час глядачам визначити переможницю турніру. Спасибо вам большое. Ну, а тепер Владу. Переможницею цього вечора стає Влада! Послати Владислава, учительниця, тренер. Катюша победила для мене лично, люблю, і все. Будь ласка, підійди до мене і обери один листочок. Это единственное, что делает победитель. Тянет другую страну. Ой, достала записочку, куда мы поедем в следующий раз. Египет. Прилетели мы в Египет. Заходим, типа, такая красота, думаю, блин, типа, сейчас вот эти будут. Ну, бабы эти египетские. Ну, что там в Египте? Может, будем учиться мумии делать? Ну, всякое разное. Мы же на верблюде будем кататься. Ага. На каком верблюде покинем? Вышел до нас якийсь лисий чорт. Не лися, а голый. Собака какая-то. Мы его прозвали пес. Боже, как он красивый! Хорош, хорош. Не дуже там и красивый. У него нижняя складка на животе висела. Ты забыл одеться. Меня просто раздражает, когда выходит кто-то голый. Девчата, вітаємо у загадковому стародавньому Єгипті. Єгипет має дуже багату і різноманітну історію, але ми обрали для дівчат історію краси. Сьогодні двоє з вас перевтіляться у найвидатнішу жінку цієї цивілізації – Клеопатру. О, а що таке Клеопатра? Клеопатра – це цариця Єгипта. Тобто ми хочемо, щоб дівчата відчули, як бути дійсно царицею. Зараз пацанкам треба буде підготувати Клеопатру до побачення із Цезарем та придумати, як його вразити. Нас разделили по командам. В вашей команде была Лёхина, Влада и Канарейка. А почему нас трое? Стесняюсь спросить. У вас Влада, четверых будет. Слава богу, я хоть была не в команде с Женей, с Черенец и с Катей. Команда мечта. Короче, наконец-то я с Катюшей в банде. Клеопатрами были я и Алёхина. А что я должна быть Клеопатрой? Я не буду Клеопутрой вашей, понятно? Да ну, вы меня видели, Клеопатрой, вот это все, фу. Алёхина и Чигиринець, они весь час конкурируют. Тому свідомо у нас з'являються дві Клеопатри. И мы подивимось, кто из них здатна перемогти чесно и достойно. А, молодой человек, я дико извиняюсь, какие роли там еще есть? Кто-то из нас будет жриться, а кто-то из нас будет слуга. Влада – слуга, а ты – жриться. Только Канарейка, ну, более серьезно, пожалуйста. Так я серьезно. Женя сказала, что она будет жрицей. Катя сказала, что прислугой. Синяк осталась прислугой. Все. Это будет несложно, потому что я этого мужика, фараона, вообще обкатала. Ты слышишь? Его надо соблазнять, а не вырубать. Я не буду вырубать, а леди вообще на секундочку. Ну, да. Все, давайте. Клеопатра Юля поднимается по ступеньке. А, господи! Одне з найважчих випробувань у світі – це випробування владою. Наші Клеопатри отримали служниць. Чи залишаться вони царицями? Чи до якого рівня скотяться? Віка, можна я присяду? Аж твоя права рука все-таки. Ні. Віка! Предложить Канарейка мне присесть. Не хотите ли вы? А. Алёхина сразу включилась в роль. Корону, пожалуйста, на меня. На, пожалуйста. Я сейчас тебя уволю, Канарейка. По-твоему, Клеопатра должна пить с вот этого вот?
Ты что, больная, Вик? Ты что, больная вообще? Меня реально обидело, когда... Реально, я к ним ко всем по-доброму отношусь, а тут она ко мне так. Не издевайся с нас, это реально неуважение. Канарейка, можешь не работать, ты отдыхай. Сейчас на вузком. Потому что ты, тебе не нравится что-то. Так как у меня императрица Алёхина, для меня это было жестко. На самом деле, я бы хотела быть в другой команде. Ты должна командовать. Я доверяю своим рабам. Хорошо. Она была толерантна очень. Она не робила цих забаганок. Я сразу думаю, мне надо выпить. Вино? Вино пей. Я пожалуйста, ради, не пей много. Это что, много? Это дегустация. Подайте еще один бокал вина. Отразу в голову я не собираюсь исполнять такие задания, которые мне задают. Подай, пожалуйста, вина. Жень, ты не пьешь, давай. Или уже вот так съела. Видят бухлишко, сразу бухают. Что за бред? Алкоголичка, это Клеопатра отвечает. Зараз буде не до розваг. Команда бандитки отримує завдання. Аби захистити свою правительку від недоброго ока. Зробіть для неї амулет живих комах. І типа, це должна делать это, жриця. Як це противно. Был один большой, второй был усач и два мелких. Я говорю, Жек, ну типа прекращай ломаться, как кричишь. Ну вот и все. Але неприємності для команди бандитки тільки починаються. Під час підготовки до побачення можна загадувати бажання конкурентам. Вони повинні все виконати, інакше завдання не зарахують. Передай, пожалуйста, їм, що передала я, щоб вони зробили, кожна зробила собі дреди. Може бути не кожна, а конкретна Юля? Конкретна Юля? Хорошо. І прослідіть, не уходиш, поки вона цього не зробить. Так, да, я хотіла тупо на неї, щоб вона зробила собі ті... Дреды и ходила как лошара. Здравствуйте. Здрасте. Вы должны на свои волосы сделать дреды. Что? Тупая эта Алёхина. Хорошо. Скажи ей, что мое желание сломать ей нос, и оно сейчас будет. Давай, Маш. Все сделала? Да, вот один дред есть. Я иду до вашей Виктории. Ворвалась она мощнейше. Ты должна их съесть. Алёхина, ты должна их съесть. Хорошо, стоп, стоп. Алёхина ж такого боится. Не показала сначала, что я чувствую. Потому что там было черенец. Показаться слабой, то, что я боюсь, я не могла. Ой, какие хорошие! Я начала собираться, собираться. Сдохни! Я просто сидела, ждала, пока она там попсихует, повыкабенит. Давай, иди! Какая Вика, съем. Я не могу себе позволить уйти от этого удовольствия. Потому что она могла не съесть, а я должна была побачить, что она съела. Нет, она не съест. Шли, у нас времени мало. Ну реально, у нас испытание. Ты набухалась. Я думаю, хочется с Алёхиной, иди с ней. Поки бандитка сварится с командою, боксерша користується ситуацією. Иди к ним, иди к ним в комнату. Да мы не скрываем. Сейчас. Рисуем.
Сейчас я их пытаюсь отвлечь, типа они на внимание все на меня обращают, как всегда, они не могут на меня внимания не обращать. Я его в трусы запихала, чтобы меня никто не спалил. И побежала вниз. Типа, я никуда и не уходила. Нет, он у меня дырки в горле. Конечно, она была злая, что я все-таки сожрала. Она сидела, говорила, что я не сожру, что я не смогу. Типа, а меня мотивировала то, что она мне это говорит, что я все равно сожру. Парик меня одевает. Парики, походу. Что сделала Юля? Мысли. Я парик, орет в разные стороны. Думаю, ну все, это сейчас еще на 3 часа. Юля, соберись, ну это не шутки. Юль, ты понимаешь, что ты сейчас ведешь себя как тупо? Соберись, присядь. Командное задание, ты всех нас подставляешь сейчас. Мы пытались донести, остановись, остановись, но она не слушала нас. Добрый вечер, я диспетчер, покажите свои плечи. Делюсь на Лехе, не мий парик. Это мий парик, я извиняюсь. У вас есть ваш парик. Это наш парик, Алё. Это мий парик. Рогавенко, это сейчас... Діла парихи. Причому здесь Роговенка? То що вона бігала? Куди вона бігала? Вона виходить з двері. Уже Катя там підключилась, Большакова. Соберись, ти наш парика, давай, я тебе виведу. Катя, не парика. Ти, Віка. Алехіна дуже нагла і много на себе взяла. Я вже починала заходити дуже далеко, я вже реально думала, що зараз... Вона спить. Парик. У нас нет, слишком много парик. Чести в ее сторону. Они Юля, парик. Соберись, ты понимаешь? Отпусти его, будь умнее. Отпусти его, если ты умнее. Отпусти этот парик. Я решила, что подруга на кто-то тратит время с тобой. Серьезно. Забирай парик, дай бачення наше телебачення. Короче, мне тебе да? Мы не тупо забила нас. На нас не ты на забила, вас. Юля. Ты на нас забила. В такого болта хорошего. Что она сейчас пойдет нормально, в нормальном состоянии? Она а ты пойдешь вот такая, вот понимаешь? Никакая. Это не да. Смешно, Юля. Не да. Смешно. Она у***ная была. Она ничего не понимала, что мы ей говорим вообще. Ну, я прошу девчат, на испытаниях не пить, меня никто не слухает. Тут неделя у меня реально важка. Поэтому я решила пить. Нарека, пошли. Поставь бокал. Нет, я с бокалом пойду хотела. Пошли. Я сейчас уберу. Уберу все. Але п'є не лише бандитка. Влада теж знімає стрес. Я таку імператрицю. Я виглушила, можна так сказати, залпом вінішка, бутилку. Ну і все. Час на підготовку вичерпано. Цезар вже чекає на побачення зі своїми клеопатрами. Добрий вечір. Добрий вечір. Сексний вечір обезпечений. Він такий самець, кучерявий господин. Я от смотрела на нього з затилка і просто представляла, який він красивий на лице. Як вас зовут? Вікторія мене зовут. Клеопатра. Мені казалось, здесь дві Клеопатри. Ну я Клеопатра, це точно. Это мой помощник. То есть Юля по жизни первая, типа, а я по жизни вторая, как Юля сказала. Девушка ошибается. Я Клеопатра номер один. Ну это мы сейчас узнали. И он говорит, давай ты, наверное, типа, а Клеопатра номер один останется. Юлю взять клиент. Ближе. Ближе. Взять. Юля, сядь. Я сяду ближе, можно, да? Да, пацан. Ой, спасибо. Она справлялась, Юля. Я тебе серьезно говорю. Вот мы ей сказали, она и делала. Можно еще ближе. Ага. Штаны сначала одень. Вы же Юлий Цезарь. А вы можете назвать мое полное имя? Цезарина. Цезарина. Цезарина Юлий Цезарь. Полное имя Цезаря Цезарина. Юлий Цезарина Цезарь. Что вы еще можете о себе рассказать? Спрашивай. Да. Погладь его за ручку, за ручку. Стояночку. А ручку вашу поглажу.
Да, и как на ощупь? На ощупь? Рука як рука. Короче, він мене роздражав. Дуже сильний. Улыбайся! Улыбайся! Да, я поняла. А чим цариця увлікається обычно? Чим цариця увлікається? Чим цариця увлікається? Она веселится, танцует. Веселится, танцует. У меня вообще эта моя наставница и прислуги отлично справились с работой. В большей мере они стебались с ней. Будто бы своих мозгов нету, и она как будто бы не понимает, что они стебутся. Чего ты пришла? Мы тебя еще не звали. Подружка, иди отсюда. А он говорит, Юля, можете выйти. Комплимент! Она и так знает, что комплимент. Я ей миллион раз говорю. Сейчас ты влезешь, вот, слушай, сейчас ты влезешь и просто Влада была нахашенная уже, сразу по ней было видно. Потому что она там уже на колени вставала, молилась. Причем набухалась я буквально за, может, минут 30-40. Можно вашу руку? Хорошо. Хочу вас почувствовать. Вижу, что ему нравится с ней, с Викой разговаривать. О, вы покраснели? Нет. Вы не стесняетесь? Нет. Не надо мне стесняться. У вас просто очень красивые глаза. Мы с вами. Потому что кто научил? Кто научил? Кто научил? Вот, молчал. Вообще-то это тоже говорит. Как вы думаете, сейчас мне пить или не пить? Я думаю, тебе стоит ворваться. Короче, мы не дали им пообщаться за этим. Поворачивается, типа, привет. Ладно, можете присаживаться, присоединяйтесь к нам. Алексу ему сядь! Такие нежные руки. А? Какие на нежные руки? Она трактор разбирает. Она не пыталась показать себя с лучшей стороны, она пыталась показать меня с худшей стороны. Алёхина реально достойно себя вела, чем Юля. В этом она вот просто целую в плечи ее. Конченая. Влада, иди сюда, Влада. Ты не так. Это... Позови мне, Влада. Позвали слух. Если вы предпочтете нашу госпожу, то мы очень будем благодарны. Я вижу у вас свита под шофе. Нет, 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 она не пьющая. Мы не пьющие. Это просто веселые девицы. Она очень серьезная, я хочу выполнять свою работу. Я очень люблю нашу госпожу. И Рогаменко, она такого мочила, просто заткнуть ее нереально было. Всего вам да хорошего. Да уже все заметили. И хорошего Рогаменко вечера. Мне очень скучно. Давайте потанцуем, Цезарь. А давайте вы мне станцуете. Да, конечно. Хай сам встает и танцует, если ему так скучно. Ты что, побачив тут клоунов, чи что, тебе скучно? Займись лучше чем-нибудь полезным, чтобы тебе было не скучно. Зовите всех. Танцуем мои танцы. Веселим цель. Прислуги и... Да. Как ты в этом танце? Я говорю, давай я говорю с танцевым. Идет рабыня. А уже не наш. Нет, это все, это ну просто... Это фиаско было. Со стороны это выглядело ужасно. Алёхина могла свою рабыню и приостановить. Жень, ты так не делай, пожалуйста. Я вижу, что Цезарю нравится, то я ее вообще даже убирать не собиралась. Я такая, все, все идет по плану. Сидит довольный, слон ходячий, сбоченный. Нежнее, 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 давай. Ну, она делала шоу. Она сделала это шоу. Гоп, гоп. Да все, ушла, ушла, ушла отсюда. Женя начала, как всегда, вот это вот танцевать, которая уже ни в какие ворота не лазит. Между нами провода. Да-да-да-да-да. Я сказал, не сказала. Но он улыбался аж потом в конце. Ладно, смешно. Очень необычно. Гора, да-да-да-да. Я сказал, иди сюда. Мои девчата все одно лучше танцевали, чем Алёхина и Рогавенко. Ваша свита уже, в принципе, все, что от нее требовалось, сделали.
Я понял, кто настоящий Клеопатра. Это вы. Ну, результат налицо, конечно, кто проявил себя лучше. Горько! Горько! И все, я почувствовала, типа, да, если не такая, я уже стрёмная. Выбрав ты, выбрав, до свидания, все, давай, пока, пока, тульки. Извините, госпожа, но это за ваше здоровье. И тут шампанское. И тут я понижаю градус шампанским. И все. Мне бы хотелось, чтобы вы нашли общий язык. Вас не просто так поставили, типа, Вика и Юля. Роговенко закончит. Что-то пошло не так. Роговенко начала высказывать свое мнение. Роговенко, закрой рот, серьезно, я тебе отвечаю. Что я вообще доказывала им? Я уже, честно говоря, плохо тогда помню. Вы дружили с момента проекта, но дружба закончилась чем? Враждой. Потом она начала рассказывать, как она кого любит. Я вообще люблю Юлю, но я была в команде Алёхиной. Заткнись, я тебя прошу, пожалуйста. Я вообще не говорю, если что. Меня это очень раздражало, я не могла прям остыть. Да заткнись, это не надо обсуждать сейчас! Тебя все услышали! Ну реально, она как свой рот откроет, но реально аж бесит. Конфликт, из-за чего у нас начался, я не помню. Я только помню, что Женя в меня кинула яблоко. Что ты делаешь, Женя? Обижать. Зачем? Чтобы она отвлеклась хоть на секунду от своего. На счастье! На счастье! Слава, это сколько надо иметь ума, чтобы кинуть в меня побитый стакан? Мне было чем швыряться. Жень, будь умнее, Жень. Давай! Серьезно, ну куда, Влада, уйди. Тебя уже все заметили, Влада, молодец, остынь уже, остынь. Тебя уже все... Да ты что, ты Новый год, нахуй. Вот ты в натуре за... Да все! Давай, я тебя прошу, заткнись! Я рвалась! Человеком! Человек! Да последний человек! Катя начала защищать, короче, Женю, хотя что там Женю защищать? Вы же не видели. Ваш все! Да помогите! Меня тягают Джека, я вместе с ней падаю на свою прекрасную ручку. И это было очень неприятненько. Катя, короче, забрала скорая, типа, отлично закончилось испытанием, просто лучше некуда. Це побачення – це повне фіаско. І я не допущу такої поведінки на 8-му тижні у школі «Леді». І дівчат чекає сюрприз, бо я добряче розізлилася. Приїхали ми додому, зайшли, а на столі лежать три чорних пера. Та ви що? За кілька хвилин до приходу учениць директор школи «Леді» залишає особливе послання пацанкам. Дівчата, це тиждень повний провал. Ви заробили три чорних пера. Ви знаєте, що вони означають. І саме вам вирішувати, кому вони дістануться. Я стояла просто. Я не розуміла взагалі, що, що, к чому. Думаєш, то серйозно? Три пера. Як так можна? Решать самим, это как-то, ну, что для этого же есть учителя, пускай они и решают. Я и батюшка оделась сразу. Я одеваю, потому что я эту неделю полностью
Я чувствовала свою вину. Я инициатор драки. Если бы не я, могла бы все там замяться. Ну и лежало третье перо. Мне брать черное перо или не брать? Я решаю вопрос. Я у девочек спросила, я принимаю в этой дискуссии участие или нет? Мне девочки сказали, нет, у тебя и так черное перо есть. Хорошо, тогда я постою, помолчу. Я хочу сказать, что Алёхина должна одеть черное перо. Почему, типа, из-за каких-то я должна вот это вот сломать себе жизнь, да, судьбу, вот это одеть черное перо? Три пера можно полностью одеть на Алёхину. Хорошо, так же самое, как и на тебя. Хорошо, хорошо. Я не надену черное перо, я не надену. Ты не хочешь одеть его? Сама? Мне могу одеть дальше, что ты возьмешь? Я одеваю не только потому, что ты сказала. Понимаешь? И она сделала мне одолжение, делаю черное перо. Ну а кто его еще оденет? Канарейка? Нет, канарейка его не оденет. Ты только оденешь. А канарейка заслужила на черное перо? Ну нет, я же говорю нет, меня бесите, Женя. Фу, не могу уже, реально. Ну, я тоже себя уже не могу. Я тоже не могу тоже тебя выносить. Ну что дальше, что сделать? А что ты ей не можешь выносить? Ну, что она сделает? Ну, что я сделала? Отвечу на вопрос. Давай. Жень, ты тоже приехала, вообще в другую сторону поменяла. Что нет? Да. Нет. У меня эта фраза просто ее голоском постоянно повторялась в голове. Постоянно. Вот это было оскорбление. И я не могла его принять от Алёхиной. Потому что я ее очень ни за что не считаю. Она стала совсем другим человеком. Мне стало противно с ней даже находиться рядом. Ты серьезно? Да, нельзя серьезно за кого-то говорить? Кто-то вот насчет... Женя, этот человек никогда в жизни ничего да, не понимает. Да, ты человек, зато ты Юля, я тебе повторяю, зато ты ангел. Нет, я не ангел. Не хорошо, я ну все, да, меня это зацепило. Женька! Настроение уже не меняется, типа, в зависимости от ломок. Это единственное, что можно сказать, то, что у нее отходосы, это что, единственное, зачем можно закрыться, типа. Но я не могу понять, почему сказали, что Алёхине надо одеть черное перо. Потом я проанализировала. С этой, как фараон, Клеопатра, я справилась. Все, черное перо не мне, значит. Я в тот момент почувствовала, что я сейчас выру, дуру, бестолковую, тупорылу. Хорошо, ты что, сняла себя черное да перо? Кому хорошо ты его даешь? Лучше ученица решает. Я решаю. Последнее ты решаешь. Подумала за Катю, что типа Катя тоже участвовала в драке. Что делала Большакова? Я не знаю, заслужит ли она. Вчера Катя справилась задание? Справилась. Сегодня справилась, справилась. Позавчера справилась. Она ни разу не натупила, как ты. Если она и влезла в драку, это не значит, что она должна одевать перо. Есть люди, которые должны его носить. И это Алёхина, только Алёхина. Ты все время говоришь, что ты я отвечаю точно так же, как мне, Рогаденко, да! Ни больше, ни меньше! И, по крайней мере, я сегодня не вела целую неделю, блядь! Я целую неделю не вела, и мне сейчас Рогаденко, вспомни! Я буду Юля, так к тебе не относится! Хорошо, Рогаденко! Выходит, короче, наша директриса. Она спускается, они дальше друг друга посылают. Она не говорит тебе, ты иди. Ты да что, дура? Не ты не слышала? Боже, да, конечно. Она тебе Юля такого не нет, говорит. Нет, и она в меня сегодня не кидала ничего специально, чтобы началась драка. И она сегодня ничего абсолютно не делала специально. И не унижала меня, чтобы началась драка. Вот реально в словах провоцируешь да ты. Да, да, Алёхина, да. Клянусь. Да. Только сегодня, Рогаденко, сегодня, нет, не сегодня Рогаденко всегда говорила, всегда, что Алёхина Юля виновата. Но Рогаденко сейчас не может при Юле этого сказать. Ты беру. Вот реально провоцируешь все время ты. Фу, завали реально. Юра, Алёхина, это твое. Твое перо, Юль, второе. Она была в поганом настроении, очень поганом настроении. Знаете, я дуже хотіла почути, як ви спілкуєтесь, коли нас нема поруч. Я почула сьогодні. Я протрезвела. От, случилось. Опа! Де інші? Жені плохо, а Катя в больниці. Що сталося? В Каті щось з рукою. Наслідок чого? Наслідок драки, в неї щось случилось з кісточкою і забрали. Ну, думаю, все, походу, на чому я відчуваю зараз запах алкоголю?
Я сьогодні пила. Хто ще сьогодні пила? Я сьогодні пила. Ну, я сьогодні пила. Я. Ну, от стока я випила. Я іспугалася. Чому на півдорозі, на восьмому тижні, ви дійшли до цього? Пересварилися, перебилися, напилися. Дівчата, 15,5 тисяч анкет надійшло від бажаючих взяти участь у проєкті. Ви отримали шанс. Добрий вечір. Вибачте, я отлучалась. Женя, не дуже добрий вечір. Як ви зуміли розподілити чорні відзнаки? Я собі взяла чорне перо. Я взяла. Третє – це Альохіна, вона його не взяла. Ви розподілили це перо. Кому? Екатерине Большаковой. Вікторія, передайте мені перо, будь ласка. У вас є 30 секунд визначитись, це для Альохіної чи для Большакової. Я, короче, одену це перо сама, тому що вот это сейчас детский садик. Вона так борзо, типа, ну давай. Мені, типа, не понравилось. Я розумію, що лучше я сама візьму у неї чорне перо, чим мені какие-то і дадуть, лише по словам її, вона оденє не чорне перо. Вікторія, ще раз мені перо. Ще раз мені перо. Ні, ще раз мені перо. Це неадекватно. І не здраво, і не воспитано, і взагалі ніяк. Альохіна просто не уважає нікого. Почала грубити і робити її одолження, з претензією спілкуватися і роздражати її. Вікторія, стоп! Як ви у мене його взяли? Ви в цирку? Ні. На мене несправедливо і неправильно. По-людськи підійдіть і по-людськи його візьміть. Так може по-людськи щось взагалі робити, якщо тебе не по-людськи дали обіцяння, і тебе не по-людськи. Ви зараз перо берете в мене? Мені хотілося її взяти за вухо і вивести на вулицю, і попрощатися назавжди. Тому що школа для тих, хто хоче змінюватись. Я в ній тоді не відчула те, що вона хоче змінюватись. Я не примушувала вас його вдягати. Це рішення ваше. На самом деле, її чорне перо, і хай носа його і вдавиться на 5 раз. 4 чорних пера. Це фіаско. Зважаючи на те, що ви майже нічого не вивчили на цьому тижні, ми з колегами обирали для вас ще одну країну. Це Сполучені Штати Америки. Я вам скажу чесно, я дуже хотіла б сьогодні попрощатися з кількома з вас. Але я не та людина, яка приймає емоційні рішення. Тому мені і моїм колегам треба все зважити, проаналізувати і ухвалити єдине справедливе рішення. Ми пішли в кімнату, сиділи там ще час. Я теперь буду срывать уроки и вести себя хуй, и проходить ничего не буду, потому что не останется. День, Египет вообще удался. И тут Катюша наша заходит. Ого, Катя. Братан. Ну и закінчення цієї чорної п'ятниці. Вишенька на тортику. Большакова з гіпсом. У лікарні у Катюші виявили перелом правої руки. У нас було 3 чорних пера. Ми прийшли, а там конверт. Дівчата, хто оділ? Юля оділа, Женя. Женя і третє ми оділи Альохіні.
Ну, вона вважає, що несправедливо, тому що вона ні разу завдання не зривала, вона все виконувала хорошо. Чигриня, зривала завдання ти. Я така, в смислі? Думаю, нічого себе. Вони тобі хотіли дати. Какого х**а, слушайте? Тебе не за що давати чорне перо, типу? Ну, серйозно. У тебе рука сломана лише тому, що ти в драку полізла. На ранок всі нарешті заспокоїлись та готуються до знайомства з культурою Америки. Приїхали ми в Америку. Не повіриш, Америка – прекрасний город. Welcome to the pole. І зустрічають нас, коротше, два піонера. Два пупсика сладких. Ой, ну там один такой хороший тренер, кстати, був, да, такой симпатичный. У нього на этот, на свитшоті написан був дед. Девочки, добро пожаловать в Соединенные Штаты Америки. Скажите, с чем у вас ассоциируется эта страна? С алкоголем, наркотиками, тусовками. И туманом. Еще что-нибудь? Американский футбол. Короче, нас ожидает рукобольный футбол. Вы серьезно сейчас увидели меня? В Америке в него играют все, и дети, и взрослые, и в том числе леди. Играть мы будем в двух командах. Черные перья против белых перьев. Команда черных, я понимаю, что Чигринейка, Мазуриха, Рогвенчиха и я. Тупо всю араву, которую я не могу терпеть, собрали вместе со мной. Если черные перья побеждают, они аннулируются. О, хорош, хорош! Меня так зарядило прям, потому что я уже хотела побыстрее снять все черное перо. Гра в американський футбол – це можливість реабілітуватися, відчути одна одну. Це командна гра. У нас команда інвалідів. Команда мечти. У Каті рука переломана. Ну я таке щось, знаєш. І синя я вітром зносить, здуваю. Ми повинні були ще бути в шортиках. Я дійко ізвиняюсь, мені кажеться, що зараз мінус 3, щоб бігати в трусах. Чому ми в трусах були, я не поняла. Ну то ладно. Мені подобалася ця ідея. У мене жопа хороша. Ви освоїте нападіння, защита. Вам треба надіти шлем в першу чергу. Ігор лучше, чем Саша. Він покрасивее. Я соглашусь. Він буде постарше. Это дед? Да. А, да, дед хороший. Давай, поехали. Сет! А! В одной руке несешь мяч, перепрыгиваешь эти преграды. Потом, короче, берешь в две руки, и он тебя валит в подушку. Хорошо. Ускорение, ускорение, ускорение. Быстрее, 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 быстрее. Такая очень интеллектуальная, я скажу так, игра. Действий там, короче, немного. Там у кого мяч, того надо и завалить. Зараз перевіримо, як із логікою та діями. Настало время провести игру между вами. У вас не хватает одного человека. И чтобы уравнять шансы. Кто это будет? Александр. Серьезно, да серьезно. Наш новый игрок. Мы вообще на такое не рассчитывали. Я считаю справедливо. Ладно, Саш, только сильно, но не расстраивайся.
Я понимаю, что несправедливо, Алешеньки, на секундочку. Он тренер, он опытный. Он может нас всех вот так просто обвести вокруг пальца, и мы можем проиграть. Гра починається. Правила прості. Занести м'яч на територію суперника чи забити його з поля у ворота. Переможе та команда, яка набере більше балів. Началось месиво. Это Саша, он просто начал нас вот так вот тут валить. Дед нам подсказывал. Твоя задача будет побежать на Сашу и его заблокировать. На меня нападает Алёхина, типа, забирай мяч, а я отвлекаю тех, кто бежит на батюшку и мать. Куда ты побегла? Ты не в ту сторону побегла. Он сказал мне слева, направо бежать. Возьмай, чтобы я тебе прям в руки дала, а не кинула. Правила игры вообще не понимаю. Я как баран. Я просто бегу, и все. И за мной хоть бы кто побежал. Это было, и первый гол я забила. Счет 1-0. Они занесли тачдаун, забежали с мячом. Я выпала. Ты такая, что? Мы понимали, что мы не снимем эти перья, и команда победит. Бедный синячок просто выносит с поля вместе с мячом. Вы 1-1. Если хотите жить дальше счастливо и хорошо, не играйте в американский футбол. Это танец победителя. Да тренер вообще меня вообще на поле даже и не видел с такой-то жопой. Обидочка. Кто первый выйдет вперед, тот победил. Давайте рвать, давайте, соберитесь. До кінця гри лічені хвилини. Хто заб'є вирішальний гол? Тут мяч появился как-то у меня. И я как-то увильнула. И они стояли вот так просто, потому что они не ожидали. Хорош! Нет! Все. Все, вот тебе и тактика. Алёхина красава! Сожрали что-то. Да, Алёхина справилась, молодец. Это сделал ты, а не кто-то другой. Конечно, это круто. А что это значит? Мы победили, мы сняли черные перья. Перья, поздравляю, девчонки. Радуйся, голова. Класс. Все собрались, не было соплей вот этих вот всех. Было насыщенно, круто, эмоционально. Справлялись, типа, все. Я расстроилась, потому что мы все проваливаем, те испытания. Меня прям это напрягает. Зашла, залетела прям игра. Мне понравилось играть. Можно законно и по правилам выражать свою агрессию. Спускаемся мы. Стоит наш любезный Питер Пен. Як вам і обіцяли викладачі, сьогодні ввечері на вас чекає іспит. Оказывается, к нам придут сегодня гості. Как они там называются? Вашими гостями стануть міжнародні делегати різних національностей. Иностранцы. Нам надо было сделать приветствие для них, придумать какое-то. Как мы их будем встречать? Ну, на английском по-любому надо что-то. Я, короче, взяла это все под свой контроль. Hello, my friend. Welcome to the наша school. To the school lady. Юля, за что отвечаешь ты? За это же просто будешь стоять и вот так смотреть. Я буду умное лицо робить. Боже, що ж робити? Я так кажу, можу прапорами помахати. Вона каже, давай, будеш просто стоїти прапорами махати. Я кажу, нормально. Ми вирішили, коротше, попросити Петра Пена о помощі. Може, стишок какой-то подкинете? Добре, я зрозумів. Він нам помог, він дав пісню дитку про муму.
про Макдональдс, прикинь. Вот серьезно. От Макдональдс, head the form. От Макдональдс, head the form. Ия-ия-о. Приветствие мы сочинили, номер поставили. Все, ждем вот этих делегатов. Ия-о. Ну, это идеально я-о. Было. Щоб все точно було ідеально, треба виглядати жіночно. Пацанки готуються як можуть. И вот настало время, когда приходят наши гости. Ух, кто-то идет! Или мне кажется. А давайте встанем. Шоколадный зайчик заходит. Салама, салама, салам алейкум. Зубы шкира, короче. Рэпер какой-то. Гостя надо встретить хорошо. Канарейка, давай. Hello, my friends. Welcome to the school lady. Seven girls, nice to meet you. И песня. Я-я-о. От Макдональдс, head the form. Я-я-о. And don't kiss for he had the call. Я-я-о. 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 Добро пожаловать. Ему сподобалось, я так думаю. А что это ты в руках держишь? What are you drink? What are you drink? Gifts for you. Да, конечно, давай. Я думаю, ну надо попробовать, может, алкоголь. Ну я ж дегустатор. Это кровь с молоком была? Что я только что выпила. Я думала, то какой-то сиропик был вкусный. Попробуй, оно вкусное. Воняет ужасно, Юля, ты что воняешь? А ты откуда? Это что за флаг? This is my country, Kenya. Канада? Ну, он сказал, что он откуда-то с Канзи какой-то, чи с Манзи, где-то оттуда. I'm from Kenya. Ну, Кения и Канза, ну, почти одно и то же, слушай. Мы его усадили, я ему там бутербродики, то, выпить, не хочет ничего. Не-не, они бананы большие любят. Банан будешь? Будешь, будешь. Ой, я же говорю! А знаешь, почему у ну там в этих их странах нету аптеков? Потому что на голодный желудок нельзя кушать лики. Извините, ой, афроамериканцы, извините. О, вот это господи. Это монгол. Ты не забудь. Я так ждал монгола, чтобы вы себе понимали. Ну потому что я монгол. Я ж быстренько, ну у него ж глазки прям как у меня, знаешь. Думаю, по-любому монгол. Все, это мой, девочки. Sign by Nau. Монгол? Ола, это не монгол. И что, он не с Монголии. Тибет, вот с Тибета. Следующий пришел еврей. Это мой, все. Хава Нагина. Манишма. С чемоданом, с кейсом приперся. Ну что ты, все богатство с собой носишь? Потом пришло белое платье. Where are you from? Подожди. Parle en français. Что? Parle français? Франция? Ты с Франции, да? Не Франция, глянь на прапор. Country, country. Ты откуда? Индия. Where Indie, are you from? Индия. Yes. Намасте, Бикой. Значит, у меня вот это на колено ему, чтоб я ему села. Нет, ты что ты делаешь? Он тебя в гарем забирает. Я думала, что он вообще ей предложение начнет делать руки и сердце. Я такая сразу же думаю, ничего себе, чувак, ничего, что я тоже здесь есть. Ура! Горько! 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 Это типа приветствие. Было какое-то, ну, сомнительно. Я думала, что эти гости уже никогда не кончатся. Потом явился Питер Пэн. И говорит, задание, наконец-то. Что с ними надо делать? Девчата, ваше задание на сегодня – забрати 5 конкретных фактов по краину вашего гостя. Хорошо, базара нет. Но я цепанула этого сразу, бо я ж монгола не дождалась. Tell me about a country.
Tell me about your country first. I don't speak English. I table it, yeah. Боже, какая я тупая. Надо учить английский по-любому. Tell me, потому что у меня задание, дружок. I want to know about you. Ну, как перестань. Ну, мне надо, у меня задание, мне капец. Меня учителя, у меня черный пирог. Войди в мое положение. Ну, такой сначала тугой был. А, national. Кения, там. Что? Ну, спасибо Богу, что я вспомнила national. Потом мы нашли общий язык, мы уже спелись. Какой твой континент? Він на мене дивиться, кажу. Страна. Страна. Як називається? Чуваю. Потім я поняла, що так діло не піде. Я дивлюсь, синяк стоїть це сусо. Вай, вай, один сек, секунду. Діко, извиняюсь. Дік, подожди, извини. Тувалу, я не розумію, що це. Say you please for these girls five facts for your country. Вона в нього спросила і вийшла. А він мені починає об'яснити за страну. Buried in the apartment is a tradition. Чик-чик, він мені об'яснив. Що, що далі? Не розумієш. Зову Віку Альохину, кажу, що він хоче від мене? Buried person in the apartment. І на мене опять дивиться. Я така чик-чик, він такий да. When someone died. А коротше, що ти там за сім'ю там ріжуть? Вона така каже: ріжуть родичів і викидають. Я така, о боже, це ж я ж і записала. Убивають своїх рідних. Він сирота. Я єдиний з толком поняла, що це рідних вони просто ховають, а не чікають. А, чуєш? А що це у тебе таке? Шрам? Вавка? Кіс-кіси? А? Кіс-кіси? Кіс-кіси, да. Я написала анкету. Типа, what is your name? How old are you? English, please, English, літера. Що ти по-китайському по-своєму написала? Я поняла, що він тупий. Він не шарит англійський язик. О, покажи, де ти живеш. В Фрон. Адам. Господи, куди тебе занесло? Ну, мені дуже було складно. Ну, я вже чуть там не плакала. Паранджа. А? Нормал? Нормал. Паранджа ходить. Тільки глазки видно. У Роговенка все було видно, крім глазок. Он мені косинкою взяв і обмотав, короче, платье. Я уже начинаю понимать по его действиям, что, короче, не надо сиськам тут светить. Я его смущаю, короче, своим декольте. Нормально? Yeah. Такое красивое платье, а я сидела весь вечер в косынке. Ну, первую. Tell me about five factors про свою страну. Я английский и еврейский, вот эти вот Будапешт, это там, не аля-улю, вообще ничего не знаю. Sit down, please, чемодан. Каша. Каша? Thank you. Ту шляпис, ну типа ты шляпа, я ему говорила. Шляпис, шляпис, шляпис пейсинг. Вы шляпин пейсинг. Но кулам. Ну так, со-со, ну типа не все. Ну короче, я же до этого книгу читала, я ему такое заливала. Це все саме, що ти пішло ще не то. Що там він підходить, що там мутить, коротше. Я думаю, що ти там питаєшся. Нот, пацан, стой, мен. Я думала, зараз конфлікт образується. Ти що трогаєш, це не можна. Вижу, що цей мусульманин раз, і цього чувака поламає. Тому прийдеться абонемент в больницю покупати. Френд, май френд, what you have problem? I'm searching. Синяк уже в недоумении, что происходит. What are you last? Little. Steep. Он что-то потерял. Обиделся, ушел. И тут заходит Питер Пен. Начинает мазу за него тянуть, поняла? Обидели гостя. Девчата, пропала флешка с дуже важливою інформацією. Ви розумієте, що це міжнародний скандал? Она говорит, девочки,
Секретная миссия. 777, Джеймс Бонд. Під час бесід та спілкування з усіма гостями, будь ласка, відшукайте того, хто вкрав цю флешку. Нам треба, типа, по-тихому, короче, видати, у кого флеха. Ну, ми і по-тихому, це, ну, взагалі дві різних речі. Ця ситуація була влаштована як іспит для дівчат, як в будь-якій ситуації залишатися леді. Перевірка дівчат на дедукцію, коректність. У мене план, типу, що зараз я мацаю, типу, своєму. А, excuse me. And, давай потанцюємо. Начинаю його лапати, він такий, Ріта, та, айце, Ріта. Ти не знаєш, що ще дюрхай. Ну, ладно, нету нічого. Давай, попригаємо, попригаємо. Джамп, джамп. Я подумала, короче, що я зараз, ну, потанцюю з ним, попригаю. У нього флешка з трусів випаде. Сідаун, вставав. Сідаун, стендап, сідаун. Я поняла, що в нього нічого нема, тому що він і без трусів, мабуть, прийшов. І без носків. Ти бачиш, який в нього сандалі. У гру вступає головний стратег – Влада. Ти на флешку, от. Зачем так? Нормально же общались? Так как он не понимал вообще, о чем я говорю, потому что он вообще не бельмой русский, я ему давай... Я. Модель. Хобби. Фотомодель. Давай, говорю, мне флешку, мне надо скинуть фотографии. Флешка. Портфолио. Есть? Сохрани. Есть, говорю, флеш, память, говорю. Мемориал. Чпок. Портфолио, флешка. Сохранилось. Память, мемориал. Чпок. Ноутбук, вот. Не. Он что-то долго думал. В итоге он, в конце концов, он понял, что я от него хочу. Он говорит, флеш-карты, типа, у меня нет. Это евреи, флешку. Начали на мой сундук показывать. И я ж, типа, говорю, в кейсе ничего нету, потому что я на нем постоянно сидела. What's happening? Тут букс. It's my document. Я ему поверила на слово. Тут Алёхина отзывает меня. Нету там ничего, я не послушаю, блядь. Нет, говорю, мой не брал. Надо, чтобы кто-то упал в припадок, типа ему плохо. Я позвала Женю, мы придумали, что Женя сейчас станет плохо. Очень тяжело сдерживалась, хотела еще ржать. Я такая, Женя, что с тобой? Начала играть. Помогите, кажу, help. Своего повела, чтобы крыса же этот. Доктор, плиз. Помоги, плиз. И беру потихоньку этот чемодан, беру и за ширму его заношу, короче. Пароль. Он закрытый. Тік, документ, так зірулі вообще? А що? Чемодан де? Так зірулі там. Хто? Поворачиваю голову, этот чувак, типа, спрашивает у Кати, типа, забрала мой чемодан. Грязный. На малаках это ты грязный. Я такая, блин, чувак, извини, я его обтрушивала, у нас в Украине приняты такие традиции, и тебя, говорю, обтрушу. Ой, ты супер. Грязный. Это ваш traditional костюм? Можно? Плиз, я посмотрю. Да я хоть посмотрю, откуда она. А какая у тебя тут 44-й аж размер? О, покажи обувь, плиз. Я хочу посмотреть, кожа чи не кожа. Я сейчас проверю, ты ж такой богатый. Тут я поднимаю, там штанинку. О, так у тебя глянь, что-то это есть. А что это у тебя такое? А там какая-то цепочка. Это флешка, канареечка. Говорит, мой вор. Мой сладкий пупсик не брала, на чемодан. Мы предотвратили международный скандал и при этом не повредили никому психику. Тут приходит опять Питер Пен. Питер Пен, давайте закончим это мероприятие, мы уже все знаем. И тут он говорит, типа, что мы должны отпускать гостей. Вы можете попрощаться с гостями. Попрощались. Пітер Пен почав. Чого ми раз зуті? Мені дуже дивно, що ви приймали міжнародних гостей без зуття.
Це неприпустимо. Дягніть, будь ласка. Юля не одягла туфлі, Роговенко одягла. Я так цілий вечір перед цим іностранцем на секундочку скакала. А тепер я прошу вас розказати мені ті 5 фактів, які ви дозналися про країну вашого делегата. Катерина, будь ласка. Він садомана. У них є Індійський океан і Аравійське море. Рядочка. Яке? Аравійське. А, Аравійське море. Балакають вони по-французькому і по-індійському. Ну, а так ще не встигла узнати, тому що він казався ворем, і ми його вигнали. І слава Богу, що мені такий мужчина попався. У мене зато є маска для Олексія Володимировича, для вчителів. Він з Тибета, виходить. Ага. Займається фаєр-шоу. Сім'ї в нього нет, бідолага. Скажіть мені хоч один факт про країну. Тибет. Мені було цікаво узнавати щось о ньому, мені було цікаво розказувати щось про себе. А в итоге про Тибет я нічого, собственно, не розказала. Юлія. Він у мене з Тувалу. У нього в домі ховають людей, його рідних, тому що у них такі правила в Тувалу. Йому 26 років і так далі. Це все, що я узнала про нього. Це особисті факти, а ви мали дізнатися факти про країну. Ну, вибачте, я не узнала про країну, тому що я не знаю англійські. Хоч би сказав спасибо хоч за це, тому що я взагалі нічого не розумію. Дівчат, ну ви зрозуміли, що вам потрібно вчити мову? Так, я знала факти. Мой гость был из Кении. У них столица Найроби. Население 70 миллионов человек. Президент Гуру Каньони. Национальная сладость – это бакен. И сандалии у них делают с резины. И большинство этой Кении – это пустыни. Евгения, мне хочется вас похвалить. Ой, спасибо. Так похвали, не говори, аж хочется похвалить, нет? Мой гад из Гренландии. У них там были эти викинги, у них постоянная температура 47 градусов, у них очень холодно, 57 тысяч населения, и есть маленькое село, в котором живут всего лишь 11 человек. Еще, если их лед начнет таять, то во всем мире вода поднимется на 7 метров. Мне кажется, я справилась лучше всех, типа, потому что я адекватные вещи у него вообще спросила. Дівчата, ви молодці. Я сподіваюся, що вам сьогоднішній вечір сподобався. Перша вечеринка пішла по нужному течению. Вечірок прекрасний, я вражена. Чи будуть задоволені успіхами пацанок-викладачі? Попереду підбиття підсумків непростого тижня. Вітаємо вас, дівчата. Ми намагалися вам дати нові знання, а натомість отримали тиждень ваших найсильніших емоційних вибухів. Всіх покрутило в натурі. Ну, кожному по-своєму було хуй за цю неділю. Як результат, 4 чорних пера, 4 найгірші учениці тижня. Я обіцяла вам не приймати емоційних рішень. І наше рішення сьогодні буде зваженим. На 8-му тижні навчання ніхто з вас не отримує звання кращої учениці. Це справедливо. Тому що ніхто не заслужив його. Начали з тих, у кого не було чорних пер'їв. Катерина Устинова. Ладошки сразу ж потіють. Ну, страшно. Очень страшно. Що ви вважаєте своїм досягненням на цьому тижні? Ну, я почала розуміти людей. Мені попався один іностранець, а він і англійського не знає почти. Ну, я почала розуміти його немного. А ви ж йому на правильному оксфордському акценту, як «ех». Ну, я йому не матюкалася. А як ви з ним спілкувалися? Я говорю, слухай мене внимательно. Listen to me. Я говорю, repeat after me. Ага. Вона чудила, ну, реально мочила, як могла. Не знаю, я була взагалі серйозна. Після того, як дівчатки почали сміятися, я почала сміятися.
Катю, а якою мовою з вами спілкувався він? Два в одному. А, три в одному. Індійська, французька, англійська. Тобто він поліглот. І як же ви з ним Он знайшли? Доктор. Супер. Катю, браво. Ви зробили наш вечір сьогодні. І вчителі поржали, і Пітер Пен бачила, улибався своїми красивими зубами танцюватим на всіх. Катю, що означає слово поліглот? Я не знаю. Це той, який язиком много знає. Там. Правильно. Про зустріч з дипломатами все зрозуміло. А то дипломати були? Ну, які вони дипломати? Хто такий взагалі дипломат? Які дипломи пишуть? Которые совещаются с кем-то. А, совещание докторов, например, да? Ну, я не знаю, ну, типа депутаты. Так, Андреевич, моя ты хорош. Боже, как я ее люблю. Катя, анализ – это розумовий процесс, який характеризує дорослу людину. А ви поки дитина. Мусите стати дорослою. Окей, бос. Я вас слушаюсь. Для того, щоб мені стати зростим, мені треба зрозуміти, як треба жити. Просто я завжди чувствую себе під чиєю юбкою. Вікторія Кашутіна, Катерина Большакова та Катерина Устинова. Ви залишаєтесь у школі ледь. У меня было такое облегчение, но это было буквально пару секунд. Я думала, что же будет с остальными девочками. Влада, Евгения, Юлия и Виктория. Так, вам удалось снять с себя черные відзнаки. Але вы сделали это только после того, как почули, что вы за крок до виключення зі школи леді. Ідіть до кімнати, збирайте речі. Я не ожидала, що нас вчетвером виганять. Ну, взагалі ніяк не ожидала. У мене страх зараз. Ну, я не знаю, что делать после школы. Роговенко начала плакать. Ничего мне не плакать. Чего мне плакать, если я сама напортачила? Чувствовала стыд и злость. Злость на саму себя. Мне я чувствую, что ничего не ценится. Я чувствовала себя, которая не может ничего в жизни добиться. Да пошли вы все. Мало того, что она привлекает внимание, так она еще не умеет, ну, поняла, правильно это делать. Как последнее быдло ведет себя. Спустились мы вниз. А я думала, они уже слепили расход и поняла, ну, никто нас не ждет. Мы просто все валим домой. Ну, в натуре такое ощущение было. А теперь все будет очень серьезно. Євгенія Мазур, ви що, втратили віру в себе? Може, ти потеряв віру в себе? З ним взагалі щось не то. Я хотіла з ним взагалі перестати общатися повністю. Думаю, ти не надо. Потім я подумала, що типу, потерялась немножко, але вона зібереться. Загубилась? Я уже нашла. Когда мне душевно плохо. Раньше я эту душевную боль топила в наркотиках. А сейчас на трезвую это как тяжело будет. Вже 8 тижнів в вашому житті немає наркотиків. Ваш організм чистий, Женю. Залишилось найважче. Емоційна залежність. Женю, ви сильніші, ніж вона. Ну, я не хочу о них думать, я недолго о них думаю. Но вспоминаю каждый день, да. Ну, господи, побыстрее бы это все закончилось, пожалуйста.
Владислава Роговенко. Я сижу здесь справедливо, потому что я набокопорила. Я была уже с чорним пером. Чому ви вирішили напитися під час підготовки Клеопатри до зустрічі з Цезарем? Думаешь, все так в Египте гуляют вообще-то. Я уже устала от всего, я решила выпить. Потом второй бокал я выпила, ну и пошло дальше. Драться на пицце – это неправильно на восьмой неделе. Драться – это неправильно на восьмой неделе. Вам варто частіше аналізувати, аби це не переросло у драму. Бо зараз наслідки – лише зламана рука. Ну і ще три чорних пера. Владу, і все через вас. Владу просто отак от її. Во всі щелі і не щелі її, тупо. Вікторія Альохіна. Я не розуміла, чому, але я розуміла, що я можу йти. Ми постійно чуємо від вас коментарі про те, що ніхто не помічає ваших досягнень. Не помічаєте, а не берете до уваги вже другий тиждень. І не треба брати до уваги, все окей. Вікторія, а ви коли спілкуєтесь, ви наче робите послугу. Ну, така я. Мені було цікаво, що вони скажуть, але в то же время мені було обідно, як-то я не хотіла їх слухати. У мене таке враження, що ви збудували стіну. І сховалися за нею. Ну, я таких людей на натурі не зустрічала. Односторонніх. Ти говориш, а все в тебе обратно летить. Віка, але ми бачимо зміни. І ми бачимо, що більшість випробувань вам вдаються. Юлія Чигринець. Я 6 разів в номінаціях вже була. Тільки 2 рази не була за 8 неділь. Я дуже б хотіла почути вашу оцінку емоційного стану. Мене накриває. Мені важко. Сама себе не узнаю вже. В мені є 2 лічності. Що це за особистості? Та я откуда знаю, де я хороша, де я погана. І вони розбираються між собою, хто побідить. Юля боїться того, що вона стає добре, а по ній видно. Добре. Мені було смішно це слухати, якщо чесно, що вона стала добре. Де вона стала добре? А яка з двох Юль вам подобається більше? Хороша. Коротше, я просто розумію, що за школу там все не так. Там, якщо в мене буде конфлікт, я не знаю, як, типу, не кулаками встановити його. Ми навчимо вас, як наповнювати себе, якщо, звісно, ви залишитесь у школі леті. Нам потрібно, колеги, піти порадитись. У мене будуть ой які непрості розмови з моїми колегами на предмет того, хто з дівчат поїде додому, а хто залишиться. І скільки дівчат поїде додому? Напруга зростає. Напруга не витримала. Це не тому, що я толста, а тому, що я активна. Ну і толста чуть. Спасибо, що не на гіпс. Я, Женька, давай вставай. Пазурку. Это знак, що мені в натурі треба похудеть. Вивод – менше жрем. Но це не точно. Ну, реально, якщо ця четверка уйде, ви що, серйозно? Просто зараз. Школу леді залишає одна з вас
И она все-таки решила, что уйдет один человек. Я знаю, что Макриди уберет меня. Ну, потому что она меня не сильно долюбливает. И им удобно спихивать все на меня. Черное перо – это оценка ваших выпробований. Тому сьогодні школу леді залишає Владислава Рогаленко. У меня просто случился шок, и у меня сердце прямо остановилось. Ви носили чорне перо і не зробили висновки. Роговенчиха, пока-пока! Я даже не встала, не попрощалась. Потому что мне не жалко всех, кто отсюда до побачення. Честно, мне стало реально ее жалко. Вам все вдасться. Спасибо большое. Заходим мы в комнату. Начинается опять. А за что ты на меня хотела одеть перо? Да, за что? Во-первых, я хотела одеть на тебя перо, на секундочку. Так что давай ты не будешь. То, что там тебе твои шахи рассказывали, мне Ты кому сейчас говоришь? Ты мне сейчас так говоришь? Да. Шахи, ты отвечаешь за свои слова. Да. Алло. Типа, они мне шестерят, типа они мне докладывают. Причем здесь вообще шестерят? Они просто мне обрисовали ситуацию, типа, что так и так, потому что меня там не было. Я буду разговаривать так, подожди, как захочу. Да. Подожди, молчи, так, как захочу. Буду быть до конца. Она реально, она слишком много привлекает на себя внимание. Нет, я не умею привлекать внимание. Я не знаю, как это привлекать внимание. Не обращайте на меня ваше мне внимание. Так не привлекай его! Так я не привлекаю! Ты это обращайся! Ты сейчас специально стоишь и на меня обращаешь внимание, вместо того, чтобы развернуться и уйти! Не в себя. Да, 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 я такая говорю. Но, девчат, суть в том, что мне на ваше мнение. Вот с этого момента от тебя все, поверь мне. Да мне Да вот именно, что тебе не Она никого не слышит. Никого. Ничего. Она просто гавкает. Серьезно. Не, вообще уже надоело. Ну вот все, честно. Так развернись и уйди. Так и сделаю. Все потому, что мне Ты так сказала, малышка. Все потому, малышка. Что мне Женя. Я сажусь в машину, но у меня было до последнего шоковое состояние. Я не могла поверить, что я еду домой. Если бы можно было сначала начать, я бы все по-другому сделала. И мы пытались въехать в поворот, и тут просто подрезает нас машина. Не понимаю, что происходит. Влада. Ну. Я особисто вірю в вас. І сьогодні я використала своє право вето. Я От чесно, у мене таке состояние було. Спасибо, правда. Мне сейчас закричать хочется. Кричите. Я возвращаюсь. Я не знала, как выразить свою благодарность. Це ваш? Спасибо большое, Боже. Єдине що, ви повертаєтесь у школу Леді з ще одною брошкою. З чорною. Опять. Я еще так никогда не радовалась черному перу. Я счастлива. Я бы не хотела ее подвести. И тут я открывается дверь, я думаю, новенькая какая-то пришла, добрый день, типа. Влада, ты что, фен забыла, чи что? Нет, ты скинку для вопроса. Шо? Меня вернули. Какого х**а тебя вернули?
Проводы были хорошие, встреча как-то не удалась. Мраховенко здесь не место. Конечно, я победительница, это однозначно, я сделаю всех, и я тупо хлопну всех, и они все, всех, кто меня возненавидел, будут ненавидеть еще больше. Одно право в это, правда, что осталось. Моя колега Катерина застосувала у цьому сезоні перше право вето. Отже, Женя повертається. Осталось одно право вето. Я понимаю, что это право вето Макриди. И оно мне никак не достанется вообще. Это ужасно. Тетяна Олександровна, я надеюсь, ви єдина, хто вижене кого-то на школи і не дасть право вето, кроме мене.